подходили, интересовались, тоже хотели вместе с нами петь. Ну, правда, такие больше народные. Высокая гора, высокая высота, где-то 1500 метров над уровнем моря. Конечно, вот так вот, созерцая красоту Божию, да, творение рук Божьих. И можно снимки сейчас пролистаем? Ну вот, провели служение, помолились молитвой разрушения всяких сатанинских твердынь, всяких заклятий, всяких магий над Болгарией. Провозгласили имя Господа Иисуса Христа, победу Иисуса. Молились о том, чтобы Бог взял всю ситуацию в Болгарии. Вот именно на горе у меня пришло такое короткое откровение о том, что Бог не ищет на этой земле много таких вот мощных каких-то поклонников. Богу нужны минимум двое и максимум трое. А нас даже больше. Потому что Слово Божие говорит, что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там, где они будут молиться Отцу Небесному во имя Иисуса Христа, все да будет им. И Иисус Христос брал всегда с собой троих человек. Это были, в основном, это были Яков, это был Петр, это был Иоанн, потому что они были суть верующие, у них была мощная вера. Они верили в то, что все то, что Иисус Христос скажет, все это будет. Что бы Иисус ни сказал, скажет девице воскресни, тут же девица встала и воскресла. Какие бы Иисус Христос ни совершал действия, все будет так, как Он решил, так, как Он сделал, так, как Он сказал и так, как Он повелел. И всегда так было. И потом мы провели служение в городе Троян, вечернее служение, мы также воспевали Господу, я поделился этим коротким откровением. Церковь небольшая, но, вы знаете, сейчас ситуация такая по всей территории Болгарии, к сожалению, в маленьких городах и в селах церкви небольшие, ну, как правило, ну, это 10, 15, 20, ну, максимум 30-40 человек. Ну, слава Богу. Вот, еще одно видео я хотел бы попросить. Это то, как мы уже в церкви в Трояне, там пастор Станимир. Аллилуйя. Ну, такая у нас поездка, это если коротко.